Орловский аграрий планирует завершить уборку зерновых на этой неделе. Намерение эти озвучил в понедельник на планерке губернатора руководитель департамента сельского хозяйства. Сейчас общий региональный итог 2 миллиона 53 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность выше 34 центнеров с гектара. Это выше урожайности прошлого года. Тройку районов лидеров возглавляет Ливенский район, за ним следует Покровский и Мценский. С уборкой других культур сложностей также нет, отметил глава департамента. 6 районов – это Сосковский, Дмитровский, Новосильский, значит, Свердловский, Глазуновский, Краснозоринский – приступили к молоту гречихи. Область приступила к уборке сахарной свеклы. На сегодня убрано 1550 гектар, накопано 74 тысячи тонн корнеплодов. У сахзаводов сезон уже начался. Первым стартовал Колпнянский. Он работает с минувшей недели. Ливносахар тоже запустил производство. В начале сентября в работу включится еще два предприятия – Отрадинский и Залегощинский заводы. Одновременно с уборочной хозяйство готовится к севу озимых под урожай 2014-го. Массово к этому виду работ приступит в сентябре.